К матчу с Краснодаром, который идет в таблице третьим, Арсенал подошел с потерями. Помимо давно находящихся в лазарете Берхамова, Григолавы и Максимова, травмы икроножной мышцы получил Чаушич и Альварес. На поле вышли команды, которые чаще всех пропускают в чемпионате со стандартов. 8 голов у хозяев, 7 у гостей. И на 15-й минуте Арсенал эту статистику выровнял. Горбатенко исполнил подачу, Джорджевич подправил мяч в ворота. Ну, я болел 3 последних дня с температурой, так что чуть-чуть тяжело было сегодня. Ну, в принципе, хорошо, что выиграли. Каждый игрок очень хотел эту победу, и ребята, которые меньше играли, вот эту игру сыграли очень хорошо и показали тренеру, что они хорошие тоже. Краснодар имел шанс отыграться, но после удара Смолова сумасшедший сейв совершил Габулов. Был момент у Классена, у Арсенала активничал Кангва. Действие зомбийца отметил и Миадрак Божевич. А он так похож чуть-чуть на Мусу Думбия, и очень хорошая скорость у него, хорошая обводка, хороший удар, но он физически вообще ничего не готов. Следующий со Зенитом, так что думаю, что будет в лучшем порядке, чем сейчас. Именно Кангва заставил совершить Кабаре фол последней надежды в начале второго тайма, и Краснодар остался в десятером. В конце матча гости лишились еще и Акриашвили. Игрок получил травму, а замен у Игоря Шалимова не осталось. Правда, и в девятером Краснодар мог забить, но момент запорол Мамаев. 1-0, победа Арсенала. Мы сделали очень много для того, чтобы они играли неплохо в свою игру. То есть это позиционная оборона и быстрый выход в контратаку. Ну, плюс стандарты, опять мы получили стандарты. То есть мы сделали, ну, создали им очень комфортные условия, а в то время как они нам нет. Эмоции фантастические. И сегодня прям как-то прочувствовал соединение болельщиков и футболистов. Как львы бились на поле. И удача сегодня тоже к нам повернулась лицом. Могли, конечно, выиграть намного увереннее, если были бы поточнее в наших ударах многочисленных. Арсенал нанес по воротам 20 ударов, почти в 3 раза больше, чем соперник. И в целом выглядел более сыгранно и резво. Заслуженная, по мнению экспертов, победа туликов. Канониры снова подтянулись к десятке. Сейчас они на 12-м месте.